Вадик. Тот был Вадик, он что-то нас послал, сказал, нас обслуживать не будет. Прикинь, меня не продали по карте. Да ладно. Я не знаю, что. Вот карта. Скажите, вот ваше мнение, это что такое? Это карта? Допустим. Вы что, по карте оплату не принимаете? Вот карта. Нормально, нет? По карте? Что? Вот карта. Вот же, тут дворец. Вот смотри. Вот здесь дворец. По карте будут перекрасить. Не тот слайд. Там, там примерно 100 миллиардов рублей. Дальше что? Вы что, дебилы, что ли? Я не понимаю. То... Вы не оскорбляете? Я сейчас не оскорбляю. Просто вы сейчас полностью несете бред. Бред? Он реально 100 миллиардов стоит. Товары по карте клуба перекрестков. На ютубе показывали. Дальше-то что? Ну вот карта. У меня сейчас залог какого-то идиота принимает, что ли? Я не дебил. Ну там у дворе стоит статуя. У нее в руке золотой ёрш. Надо потянуть, что? Склад грязи откроется. Там примерно 100 миллиардов. Дальше-то что? Ну деньги есть, значит. Деньги есть. Да, какая да. Карта вообще? Вот карта, Гей. На каких вот. Картах вы сейчас имеете в да виду? Я спросил, принимаются карты? Да, принимаются. Говорю, вот карта. Копать принимаются здесь, деньги карты есть. Карты клуба перекресток. Вы этого не понимаете, что ли? Нет, вы не понимаете. Не кричите, поэтому. Не кричите, давление поднимется. Вы мне не указываете, ладно, что мне делать? Вам показать. Да ладно, просто не умный работник. Карта клуба перекресток? Не умный да работник. У меня ее нет. Надо с ним общаться. У меня нет вот карты. Мы ждем директора. Директор к вам не подойдет. Какой у вас вопрос? Сказали, подойдет. Блин, карту не принимают, ребята. Мы ждем директора, мы с тобой общаться не будем, извини. Вы из какого сообщества вообще? С какого сообщества? Из сообщества... А че он ушел? Да, у него там... Задал вопрос, я отвечаю, ну что? Ну ладно. Че не нравится? Вот карта. Это карта? Да. Ну карта, че? Вот сюда от Геленджика идете, 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 вот здесь дворец. Ну там примерно 100 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России, да? Да. Ну все. Здравствуйте. А как вас зовут? Екатерина. Да, а вы с какой стати меня снимаете? Я на рабочем месте нахожусь. А вот с такой как раз и снимаем. Потому что вы на рабочем месте. А у вас вот камеры нет. Снимают нас? Нет. Как это нет? Да ладно. У вас по всему магазин камер, там охранник стоит. Ну, камер. Вы в масках, вас, как говорится. А вы сейчас лицо мое снимаете, я на рабочем месте нахожусь. Ну, как раз вы просто как обычно покупаете. Правильно? Да, и покупатель. Вы обычный покупатель? Да, да. Но вы на рабочем месте меня не имеете права делать вас работать? Почему? Как у нас на войне такое. У меня разрешение какой есть. Закон? Можно узнать? Какое у вас разрешение есть? Разрешение 1920 на 1080. А почему такое? Почему? Вот, давайте по сути разговаривать. Давайте. У вас тухлять в магазине? У нас нет тухлять в магазине. Нет? У вас есть до сентября даже. Одна из них. Вот это у вас до января. Кстати, вот это все продали. Вы приобрели это, да? Да. У вас есть просроченный сыр. И на основании нашей акции мы можем вам на равноценный товар все поменять. Просто говорить, что у вас нет тупляти. Ну, человеческий фактор. Конфеты. Хорошо, мы сейчас все это ликвидируем, спишем. Ваш сотрудник Владислав отказался мне вот этот кусочек. Я хотела купить его очень сильно. А он мне говорит, я тебя обслуживать не буду. Да. А ты что делаешь? Еще общается на «ты». Да. И дебил меня нас называл. Вообще... Хорошо, с персоналом будет проведена беседа, исправим ситуацию. Влад, продай кусочек. Если он просрочен, действительно, значит, мы обменяем. Ну, вот этот, который, посмотрите сначала. Ну, сначала посмотрим на него, мы же не видим издалека. Я подумаю, остальное от него уже продали? Запакуйте тогда вот это все, чтобы у вас было это все запаковано. В смысле взяли, списали? Подожди. В чем стало? Остальное от него списали, а это не списали? Я спрашиваю от него, где остальное? Вы говорили, списали. Остальное было продано. Вы сказали, списали. Ну вот вы меня спрашивали про тот кусок. Я про этот спрашиваю, остатки от этого. Вы продали. У меня на записи камера. Вы сказали, списали. Если он что, полкуска ставит на продажу, половину спишет, что ли? Ну что за глупости? Ну, он так сказал. Ну, не придирайтесь к словам, давайте не будем, а? Вы негативно настроены пришли, что ли? Нет, почему? На рабочем месте вы не имеете права меня снимать. Это общественное место. Частный, магазин, да, это магазин. Частный, ну, общественное место. В общественном месте можно снимать? Снимайте меня в две камеры. В чем дело? Ну, наденьте маску повыше, она у вас уже почти подбородок сползла. Угу. Если вы так стесняетесь лицо показывать, натяните его прям вот так вот. У вас будут одни глаза. Все хорошо. Но вы же не стесняетесь, значит. Есть у тебя еще вопрос? Скрыть вот эту тухлятину и все, и делать возврат. Я сейчас все это спишу. Ломай, круши. Давай подержи. Это куплено. Ну, можно по-другому, более. Так, вот так. Это куплено. А? Это куплено. Мы в магазине это не делаете, на публике давайте не будем работать. Я на видео снимаю. Мы на публике. В смысле?
Вы думаете, я сейчас вот это все разберу? Я знаю, что вы забираете себе товары. Но мы поэтому сомневаемся, поэтому мы делаем так. Я же не мусорю. Чем мы не можем? Вы не можете заниматься утилизацией товара. Могу. Мы только можем утилизировать товар. Он куплен. Хорошо. У нас чек есть, это наша собственность. Хорошо. Ну пускай он нас накажет. Пускай он нас накажет. Если есть претензии, вы можете вызвать полицию, на нас написать заявление. За съемку, за просрочку. Это куплено. Все, наше, да. Я срок же показываю, 15 декабря. Изготовлен тогда-то, упакован там 8-го, годен до мая. То есть он вот в этой упаковке может до мая храниться? Он в этой упаковке до мая может храниться? Так а сколько он хранится-то? А заводскую упаковку можно от него? Здесь даже не написано, сколько он хранится. Заводскую, а самого сыра. Вот до мая написано, до мая. Скажите родную аннотацию от этого сыра. Вот заводской стикер. Пошел. Он сейчас от другого сыра оторвет этикетку от свежего. Дата-то надо 26 января. Видишь? Да, вижу. Вон та вот правая колбаса, она развакуумная, она уже прокисла. Крайне правый. Да. Почему? Нет, Влад, Влад, я хочу его тот. Нет, я хочу тот. Так его списывать надо. Я тот хочу, пожалуйста. Другой. Я хочу зеленый. Тот товар, который я хочу сейчас, наверное. Короче, он ничего здесь не продает. Он на видео зафиксировали, видите, что он убрал. А потом он нарежет, скажет свежий. Упаковывайся. Я возьму и спешу. Да, да. 18.04. Не, изготовлено. А здесь 26.01. Ну. Соответственно, у меня новый кусочек пришел. Это в системе так меняется. Так нам нужно вот эту маркировку-то. Дата не совпадает. Дата изготовления не совпадает. Это в смысле? Ну, здесь декабрь, вы сами показываете. 29 декабря. А здесь 26 января. Дата не совпадает. Это другой кусок. Они могут совпадать прям идеально. Вы понимаете, что? Так. Это все в системе. Это не я регулирую вообще то, что печатает весы. То есть мне дата, хорошо. Да. То есть дата изготовления. У меня придет новый сыр, соответственно, там что-то изменится. Не ко мне вопрос, и не к магазину вопрос. Так, Владислав, я просил родную аннотацию от этого куска. Да, он где дал. Вот новый этот сыр-то? Кусок, вот он, отрезан от этого. Говоришь, сыра. Придет новый так, сыр. Так дата изготовления сыр? Совпадает. Еще раз. Вы понимаете, что если сыр приходит новый, это не факт, что на него будет совпадать вот здесь, вот с датой. Так мне не от нового, от этого. В этикетке должны оставлять. Вот. Хорошо, значит, у вас дата изготовления, она не настоящая здесь. Ну да. Почему? Ну, потому что нет. Вы родную этикетку не можете показать. Я вам дал. Вот кусок. Это не родная упаковка. Я отрезал. У меня другого сыра нет. Ну, можно вот ваше мнение? Он говорит, что дата изготовления декабрь, а здесь январь. И упаковка, он говорит, одинаковая. Потому что весы не могут же дату производства вот этого сыра выдать. Мы у них есть. Не забиваете? Нет, конечно. Но откуда она приемка это даже не забивается. Тогда? Это все как-то в системе, когда делается на региональном центре, в котором закупаются товары, это все как-то делается. И товар может дойти вообще другой. Хорошо, до какого товара? До какого? До 24.04. А здесь до мая. Тоже не совпадает? До 26 мая, до 28 апреля. Обман потребителя получается. Нет, в смысле, вы сейчас имеете вопрос, потому что этот сыр просрочен? Нет. Есть какой-то еще? Я не утверждаю, что он просрочен. Я попросил родную аннотацию от этого сыра. Я вам ее дал. Все. Не эта дата неправильная, не это неправильное. Где гарантия, что вы упаковали его вообще вчера? Слушай, бесконечно можно спорить на самом деле. Вот именно, я говорю, это просто... вы сами это понимаете, что это бесконечно можно спорить. Да, мы прекрасно это понимаем. Ну, дата спасибо, не... тоже не от меня зависит. За то, что ты мы вас поняли. Все, поняли. Даты да. Не совпадают. Это от меня не зависит. Я не могу вот здесь отследить. То, что у меня, допустим, сыр пришел, я никак это в региональный центр не могу это отправить. Ну, как они нам прислали, от этого мы и работаем. Бывают некоторые магазины даже штампы вот так ставят на ценнике, то, что изготовлено, там, упаковано. В Ашане, в Окее. В Ашане, в Окее. В других городах. Прямо. Дата изготовления. Их просишь, дайте родную упаковку, неважно, от печенья, от конфет они приносят, вот. Даты совпадают все. У нас так происходит. У вас, то есть, ничего не... То есть, вот эти даты, они просто левые. Липовые, да. Ну, это уже не ко мне вопрос, понимаете? Я вам на это кому? Менеджер РКО. Это насколько высокая должность у вас? РКО это как переводится? Расчетно-кассовый узел. Касса. Ну, если логически вот так рассуждать, то есть сыр был произведен когда? В декабре там, да? В декабре месяце. Так. То есть он отрезал кусочек в... Какой вы срок взяли? Тут январь изготовлено. Здесь не изготовлено, не совпадает, ни годен до не совпадает. Да. 5 суток же он хранится. А почему месяцев тогда? Месяцев. А сколько, до какого вообще хранить-то, если не 5 месяцев?
Здесь даже не написано, 5 суток, 7 суток, 12. А здесь не написано. Это не может быть, это не обязательно, что мы будем... Ну, смотри, здесь не написано, сколько вы храните. Сколько? Он не на кусочке это не будет написано, сколько... В смысле? Печаль. Так. Ну вот на товарах вот таких это будет храниться. Написано, сколько дней хранится. До какого числа мне его съесть, если я сейчас его куплю? 8 числа он был упакован. Если у меня покупатель какой-то вопрос по поводу того, сколько ему хранить, 5 дней суток. С какого момента? С момента, когда я его покупал. Вот. Ты говоришь, вот нигде не написано, вот написано товар. 5 суток. Вот здесь написано 5 суток. Где-то написано, это же не... А где-то не нет, а почему? Ну потому что это разные компании, это понимаете? Это должно быть регламентировано, это понимаете? Разные компании. О, это прикол, же... смотри, дата изготовления 6 мая 21-го, объясни. Сегодня у нас 9 февраля, май еще не настал, вот смотрите. Май, видите? Когда изготовлено? В мае, а сейчас февраль. Это ошибка весов. Вот, ошибка весов, то есть уже маркировка, она неправильная. Вы можете смотреть то, от какого числа он был упакован. Соответственно, мы не продаем какой-то просроченный сыр. У сыра срок годности по 4 месяца каждого выпуска. Пожалуйста. Даты неправильные. Ну, согласны, что это неправильная дата? Согласны. Мы подадим заявку, чтобы корректно выходили ляпики из этого. Сейчас же не май, правильно? Сейчас зима, на улице минус 25. А если дата изготовления неправильная, то это уже считается, что это некачественный товар. У меня эти куски уходят за месяц. Мне не интересно, какой у него срок годности. Где он был? Сыр, так ты же говоришь, к тебе надо обращаться, спрашивать по поводу там срока годности. Кусок и сок, я сказал. А не сам вот этот брусок. Кусок и брусок — это два разных слова. Смотрите, он еще и пожелтел. Владик, сыр пожелтел. Вы будете его обрезать? Обман, да. Если у него... Видите, желтый? Скрытый? Он изготовлен через 3 месяца еще, он с будущего. Казань любитель. И он уже желтый. Такими делами заниматься. Я просто его уценю, соответственно, и все. Есть такая вещь, как оценка. Мы можем оценить товар, если он неплохой, и у него срок не... Вопрос, товарный вид меняется. Допустим, та же упаковка какая-то, она повредена. Я знаю, что такое оценка. Вот и все. А дату какого вы наклеите? 9 уже февраля? Я не меняю эту дату. Ну, вы сейчас будете срезать. Я ничего не буду срезать. Нет, он вот такую наклеил. А, вот такую? Вот точку наклею, да. И все. Понятно. И, соответственно, она прям просто на штрих-код закроется, чтобы новый штрих-код сделать, для того, чтобы пробить было скидки. И все. Деньги вернулись. Вот этот сок можете открыть? Открыть? Просто процессу чем-нибудь, да, там, или как-нибудь. Охрана реагирует быстро. Мгновенно. Конечно. Вот, чек. Добрый день. Я не поняла, вас чек есть? Вы просто вы прошли, вас пропишут. А вы спросите вас у Ангелины. Не, вы мне мозг-то показываете, то есть у меня Ангелина или еще что-то. Чек — моя собственность. Смотрите камеру. Все? А можно? Вопросов идти? Нет, все. Так, Танюх, это что такое? Это конфеты. Что, подарок, да? Да, подарок. Вот так, ребят, 4 коробки Рафаэлла подарком дали. Еще и сыр. Хороший магазин, еще подарки дарит. Мы любим Перекресток.